четвертый год подряд в начале года в шахматном клубе «Гамбит» проходит турнир «Стипендиат». После семидневных игр в финал вышли только лучшие шахматисты. Например, такие, как 10-летний Данил Данилов. В шахматы он играет четвертый год. За это время Данил стал одним из лучших шахматистов клуба и призером турниров в Сочи, Анапе, Нижнем Тагиле и в Екатеринбурге. Можно долго думать можно. И затяжные партии это очень интересно. Сестры-близняшки Ахматовы играют в шахматы третий год. Одна из сестер Карина признается, что Альбина играет лучше, чем она. Сегодня они обе будут участвовать в турнире и надеются, что им не придется играть друг против друга. А вам вообще нравится против друг друга играть? Нет. Почему? Потому что нам интереснее играть с другими. То, что мы болеем за друг друга, чтобы каждый выиграл. В финале турнира «Стипендиат» пройдет 6 игр по 10 минут каждая. Участников разделили на старшую группу 5-11 класс и младшую. В нее вошли ученики с 1 по 4 класс. Лучшие шахматисты унесут домой грамоты, медали, кубки победителей и, конечно, новый опыт участия в турнире. Виктор Гёте еще говорил, что шахматы – пробный камень человеческого ума. И мы понимаем, что именно так. Потому что не просто игра, она размышляет, размышление развивает. И другие качества – усидчивость, внимание, терпение, находчивость. Научиться играть в шахматы никогда не поздно, считает Валерий Щетинин, и приглашает всех полевчан, независимо от возраста, провести с пользой время в клубе «Гамбит», который работает каждый день, кроме понедельника, с 3 часов дня. Мария Лукьянова, Константин Миронов. Новости Полевского.